Обалденные бутерброды со шпротами. Обжариваем багет с двух сторон. Далее готовим яичную смесь. Отварные яйца натираем на терке. Натираем туда чеснок. Добавляем немного майонеза, соль, перец. Выкладываем яичную смесь на багет. Сверху кладем помидорчик и шпроты с авокадо. Разминаем авокадо вилкой. Добавляем лимонный сок, соль, перец и немного сухого чеснока. Также выкладываем на багет и сверху кладем шпроты. Далее берем обычный багет, смазываем его сливочным маслом, выкладываем яичницу, огурчик и шпроты. Далее берем обжаренный багет на растительном масле, натираем его чесноком, смазываем слегка с майонезом, выкладываем лимончик и шпроты. Получаются очень вкусные бутерброды. Приятного аппетита!